Всего через несколько минут начнется наше путешествие на Урал. От Сыктывкарского перрона отойдет поезд, в составе которого вот такие яркие вагоны со звучным названием «Сияние Севера». Это первый в республике туристический поезд, специальный проект правительства Коми. «Сияние Севера» не зря называют отелем на колесах. Здесь повышенный уровень комфорта. Этот поезд практически автономен. Пришлось немало времени провести, изучая все технологические возможности, вспоминает проводник Людмила Сапелкина. Когда мы только сюда попали, просто пришли посмотреть вагон, ну, конечно, это был шок. Очень хорошие вагоны, приятно работать. Ну, оборудование они по последнему слову техники, можно сказать. Ну, приятно, одним словом, работать. Поезд идет до Инты. Здесь нужно пересесть на вездеходы. Дорога на приполярный Урал, хоть и короткая, но экстремальная. Нужно пересечь самую большую и быструю реку Урала – Кажим. Водитель вездехода Алексей знает каждую ямку на этой переправе. Сейчас проехали быстро, вода спала, но иногда приходится штурмовать реку на пределе возможностей. Уши крыла бывает, в кабине вода. Древние горы, бесчисленные ручьи, реки и озера, краснокнижные цветы и совсем не боящиеся людей животные. Здесь легко увидеть горностая, зайца и даже медведя. Все это привлекает в национальный парк Юга-2 туристов со всей России и многих стран мира. И многие из них обращаются за помощью на базу «Желанное» – поселок горняков, добывающих здесь кварц. Вот и решил руководитель базы Алексей Дружинин построить здесь полноценный туркомплекс. Ну, если делать, то делать уже основательно, делать так, чтобы не было стыдно, потому что здесь бывают не только российские туристы, но и очень много из-за рубежа, причем с дальнего, приезжают и из Австрии, из Финляндии, из Чехословакии. Власти республики решили поддержать начинание и выделили на развитие турбазы 2 миллиона рублей и помогли приобрести снегоходы и квадроциклы. На них можно добраться практически до любой местной достопримечательности. Доехать до кварцевой штольни, на Урале хранится 60% всего кварца России. Или добраться до подножья самых красивых и высоких гор каменного пояса – гор Монорага, Иркутской и Народной. Гора Народная – это место паломничества туристов из разных стран мира. На ее вершине туристы оставляют записки со своими именами. А 14 лет назад на вершину горы Народной был даже организован крестный ход. По словам специалистов, наша республика только в начале большого туристического пути. У нас есть что посмотреть, но не все об этом знают. Сейчас все усилия правительства региона направлены на развитие двух направлений – экологического и этнографического туризма. До 2015 года на эти цели будет выделено 70 миллионов рублей. Евгения Новоселова, Василий Янин, телеканал «Юрган», Приполярный Урал.